Привет, Айля. О, тебя ищет Карл. Да, я знаю. Ну что, ты готов идти на пенсию? Да, я работаю над этим. Приплетай. Ты посмотри, как раз тот, кто мне нужен. Вот дерьмо. Помнишь те 100 баксов, которые я тебе одолжил полгода назад? Я был бы очень не против, если бы ты вернул мне их как можно скорее. Например, прямо сейчас. Джеффри, я тебе честно скажу, у меня нет денег. Я раздал их на благотворительность, чтобы мир стал чуточку лучше и для тебя, и для меня. Насмешил, Тайлер. Все, гони 100 баксов, пока я не рассвирепел окончательно. Йоу, вот что я тебе предложу. Мы с тобой сыграем в баскетбол на 100 баксов. Если ты выиграешь, я сразу отдаю тебе 200 баксов. Если нет, без претензий. Если выиграю, дашь мне 200 баксов? Я тебе слово даю. Хорошо заметано. Но даже и не думай не заплатить мне, если проиграешь. Потому что... Не волнуйся, когда у меня выдастся свободное время, я к тебе подойду. Официантка еще не пришла? Скоро придет. Гаррет получил результаты. Сходим к нему. Пальто повешу, и тогда пойду с тобой. Хорошо, давай. Так с чего ты хочешь начать? На чашке кофе ты что-нибудь нашел? Только отпечатки официантки. Да это невозможно. Она была наполовину пустая. Кто-то же из нее пил. Что насчет крови в кабинке? Ты не поверишь. Это кровь не жертвы, а самого убийцы. Как это он кровью в кабинке истекал? Понятия не имею. На книге, которая лежала под столиком, были отпечатки? Да, они совпадают с теми, что были на вилке и стакане. Так что это точно его книга. На вид она довольно старая. Возможно, она нам как-нибудь поможет. Расскажи про кровь в кабинке убийцы. Как это ни странно, это не кровь жертвы. Это кровь убийцы? Наверное, да. Он поранился? Что там с ножом? Снял с него хорошие отпечатки. Они совпали с пальцами на вилке и стакане на столике подозреваемого. Значит, убийца точно сидел за тем столиком. А по лезвию? Как раз хотел сказать. На нем точно есть кровь жертвы. Но странность в том, что также там есть и кровь убийцы. И что, ты обо всем этом думаешь? Я не знаю, как объяснить капли крови в кабинке. Жертва могла ранить убийцу в драке, но это все равно не объясняет, почему кровь в кабинке. Как будто убийца сам себя поранил. Почему бы и нет? Недотёп в каждой профессии полно. Может, убийцы тоже бывает? Натянутое объяснение, Гаррет.
Каждому свое, Карло. Я делаю тесты, а ты находишь им объяснение. Спасибо за помощь, Гарри. До встречи. Так и что нам делать? Как раз хотела сказать. На нем точно есть кровь жертвы, а также и кровь убийцы. Хорошо. До скорого. Прежде чем идти к патологоанатому, зайду к себе и проверю электронную почту. Эй, Фрэнк. Как спалось, Карла? Сон — лишняя трата времени. Вот помру, тогда и высплюсь. Вот наши Карла. Все это случалось раньше. Кистон, и что же это должно значить? Меня лихорадило. Я весь дрожал, а мигрень снова сверлила мой мозг. В придачу ко всему этому меня постоянно тошнило. Похоже, мое тело с чем-то борется, но я все еще не знаю, с чем именно. Нужно продолжать жить, несмотря ни на что. Не вызывать подозрений. Несмотря на свое состояние, я решил пойти на работу, будто ничего не случилось. Я отвечаю за обслуживание компьютеров в банке Незер и Джонс. Я сижу в одной комнате с Уорреном. Ты знаешь, который час? Что с тобой такое? А у меня на обратном пути была одна проблемка. Пришлось вернуться домой и переодеться. Лукас, ты как? Да, я в порядке. Лукас Кейн. Привет, Лукас. Привет, Тиффани. Я вчера оставила на автоответчике сообщение. Хотела к тебе зайти и забрать кое-какие свои вещи. Сегодня вечером можно? Я буду дома в 8 вечера. Хорошо, я ненадолго. Лукас, у тебя все в порядке? Я занят, так что пора заканчивать. Пока. Осторожно, чашка. Лукас, что-то не так?
Нет, я подумал. Все было как наяву. Я видел, как упала чашка. Здравствуйте. Да, сэр. Мы работаем. Станция 62 не действует. Я иду. Нет, не надо. Я сам справлюсь. Как скажешь. Это произошло точно так же, как я это видел. Так я видел копа в квартире. Неужели я и вправду мог предвидеть события?